Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас утренний обзорчик, как обычно, без вебки. Шучу, просто нет возможности. Так, что у нас сегодня интересного? Есть новая музычка. Поехали. О, нифига себе, сколько всего. Нифига себе, посмотрите, какие плюхи у нас сегодня есть. Accumulation Pack, довольно-таки неплохой. Капец, 800к. 800 книг. Так, ну неплохой пак, особенно вот эта вот темка. Это вообще огонь, если брать прокачку. Так, скины. Spam Games, понятно, бонус. Блин, тоже классный пак за двадцатку. Сменки. Нюманс. Новые паки. Тоже неплохой. Хорошие паки сегодня дали. 5000. Офигеть. 1010. Ну, это такой пак, конечно. Так, что у нас здесь? О, Ник Некро 150, 150. По десятке нормально. Сундучки по сотке уже продают. Большие паки такие себе здесь. Но есть неплохие темки. 100% бонус. Так. Fortune Hunter. Так вот, есть сегодня такая вот акция. Поехали. Посмотрим, что там интересного. Так, понятно, за донат. Возможность на Амазона. На Амазоне что-то выиграть. 500 и гифт-карта. Samsung Galaxy Note есть. Вот так вот можно тоже выиграть. Тоже, в принципе, неплохая тема. Так. Шоппинг спри есть, ничего себе. Поехали посмотрим. Ну, сегодня прям мега день после вчерашнего. Реально, плюшки очень-очень неплохие. Так, что у нас тут шоппинг спри в стоке есть? Ну, карточки. Нету, не добавили сюда ее. Орбы, гифты, блоссомы. Блин, посмотрите, сколько всего. Ну, реально, неплохо. Бинго и остров. Так, ну, в принципе, довольно-таки неплохо. Что там у нас? По топам. Не догоняет пока что никто. Дальше не хотят. Такс, 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 такс. Три 600. Мы заняли вообще пятое место, четвертое. Так, окей, поехали дальше на русский сервер. Пум-пум-пум-пум-пум, что там у нас на русском сегодня? Может, тоже какая-то неплохая халява. Так, парящий остров. Ну, по сравнению с Тайванем, там на Тайване сейчас нормально добавили зефира. Так, такая акция, в принципе, вот здесь покруче, чем на английском сервере, пак большой, дешевле получается. Дуэлянт 500 пыли, в принципе, неплохо. Че по наборам? Розы огников, к сожалению, нет, но скорее всего будут на выходных. Странно, что они сегодня запустили. Так, хватайка есть. Вот так вот. Вот что на русском сервере есть. На английском я не увидел ее. Бум. Не, жетончики мне не дали. Но награды, в принципе, неплохие. Сумки. Так. Магическая лаборатория, колесо фортуны. Это, по-моему, донатная акция, если я не ошибаюсь, да. Так, 1 плюс 1. Охотник за богатством тоже есть. Вот так вот. Тоже есть. О! Да, вот так вот она выглядит. Ну,
принципе, понятно все. Так, окей. Ну, с русским, в принципе, все понятно. Сотка, парящий, бог грома, поехали на немку посмотрим. На немке там, наверное, сегодня какой-то будет прям мега трэш, я чувствую. Так, что-то у нас такое. Что-то у нас такое. Ну, понятно, давайте посмотрим. Интересно глянуть. Понятно. Теперь понятно все. Ну, смотрите. По 50 продают. Эти продают. Ну, такое, интересно. Так. Еще что-то интересное не было вчера. Ну давай включись. Не хочет. Что-то не хочет оно грузиться. А, понятно. Сундучки. Так, базар паки. Тут ничего интересного нет. Но здесь в 11 часов, скорее всего, да, обновится. Тогда будет. Ну, здесь ничего такого нету интересного. Поехали на Тайвань. На Тайване там авиара запустили довольно-таки неплохого. Так, смотрим. Куча акций, скины. Зефиры. Накопления разные. Так, это донатное. С плюхами остров мы вчера забрали. Ну тут ничего такого не появилось интересного нового. Единственное, сейчас зайду Battle Pass чекну Battle Pass, что там интересного есть. Да, видите, тоже открылся, но героев нету. Вот так вот. Так, поехали на AS сервер еще глянем, что у нас на AS интересного есть. Так, айосик наш, смотрим. Магическая охотник за богатством. Вот так вот оно выглядит. Ну, это мы уже видели. Колесо фортуны. Рулетка чарующая. Ну, тут ничего такого нового сверхъестественного нет. Ну, даже зефира сюда не добавили. Вот так вот. Ну, это сервер. Медальоны. Ну, здесь уже это все есть. Наборы, подарки. В общем, вот такие вот, ребятушки, плюшки. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.